Эссия. Главный экран. Вот ставишь ты такой свой телефон на зарядку с 10-м андроидом, но в данном случае это Sony, хотя к ряду других моделей тоже относится. Зарядка начата. Гасишь экран спокойно. Экран выключен. А он тебе сразу назад включается и выдает вот такую порнографию, которая именуется Ambient Mode. Режим окружения, что ли? 59. Нажмите, говорите. 100%. Причем изначально, если перемещаться жестами смахивания вправо, будет все время говорить полный экранный режим. Если идти влево, будет единственная кнопка ОК. Если ощупываниями... Нажмите, говорите. Пытаться это сделать, то будет произносить. Нажмите, говорите. При активации будет запускаться Google Ассистент. И что-то про показ уведомлений в этом режиме. Я, конечно, нажал кнопку ОК, чтобы посмотреть ради интереса, что будет дальше. Хотя я никогда этого не делаю, даже если это единственная кнопка в диалоге еще с Windows. Мне проще Escape нажать. Выйти из этого всего дела можно, смахнув двумя пальцами, разумеется, если используем токбэк, вниз. Может быть, и можно вверх, не проверял, но там будет вверху подсказка соответствующая. Назад. Смахиваем. Вернитесь к персональным подсказкам. Используй Ambient Mode. Экран блокировки. Уведомление это падает в шторку. Сейчас вернитесь к персональным. Развернуть. Выбрано. Свернуто. Назад. Ambient Mode. Суббота. Камера. И появляется, разумеется, привычный экран блокировки. Если выключаем экран снова. Экран выключен. Назад. Опять включается. Но если ОК не нажимать, не разрешать все эти вещи, вроде проблема решается, то есть можно выключить и все нормально. Пропадает. Но такое дело вообще не устраивает. Опять смахиваем. Опять разблокируем. К чему это я все? Сначала я было по незнанию грешил на Sony, но оказалось, как уже понятно из контекста, что виной здесь Google, а точнее его ассистент. Чтобы это все дело выключить, заходим любым удобным способом в ассистент. Причем, если спросить его об этом, например, как выключить Ambient Mode, или сказать «выключи Ambient Mode», ну, по аналогии с тем, как выключить Google Ассистент, или «выключи себя», или «как тебя отключить», ничего не подскажет и дельных советов никаких не будет, кроме результатов поиска из интернета, которые можно найти и обычным способом. Главный экран. Результаты поиска. Кнопка голосового. Вот, пожалуйста. Что ты умеешь? Поиск. Меню. Выключи. Ambient mode. Что ты умеешь? Персональный. Google. Кнопка голосового поиска. Одним словом, ничего толком. Идем в настройки ассистента. Для этого сначала в верхнем правом углу нашариваем значок меню, или можно смахиваниями добраться до него. Результаты поиска. Результаты поиска. Заряд Google. Меню. Google. Ассистента. Всплывающее окно. Аккаунт. Настройки. Далее идем в настройки. Что ты умеешь? Настройки. Настройки ассистента. Перейти вверх. Еще. Android Lookwood. Настройки аккаунта. Далее. Выбрано OWASP. Сейчас выбрана вкладка OWAS. Раньше был OWAS, сейчас OWAS. Ну да ладно. Ассистент. Выбираем ассистент. Вкладку Ассистент. Выбрана. Доходим до устройства с ассистентом. Можно прокрутить и нащупать внизу экрана, но я пройду по всем пунктам смахиваниями традиционно, чтобы было понятно. Языки. Продолжи. Voice map. Face. Автоматизация. Мой день.
Оповещение. Устройство с ассистентом. Телефон. Заходим сюда. Настройки ассистента. Перейти вверх. Еще. Измените настройки. И опять же, идем в самый конец. Ассистент, ваш личный помощник. Можно прокрутить и нашарить. Параметры. Но я опять же пройду по всем пунктам так. Доступ с помощью вот Capital O. Персонализации. Персональные результаты. Используйте ассистента для отправки со Capital. Персональные. Используйте. Voice map. Capital O. Ambient mode. Вот. Смотрите фото. Получайте сведения о регулярных маршрутах и управляйте воспроизведением медиа на экране устройства во время зарядки. Может быть, для кого-то это будет полезная функция, даже для пользователей скринридера, но меня она не устраивает, во всяком случае, на первых порах. Хотя, я думаю, в дальнейшем мое мнение об этом не изменится. Он включен. Выключаем. Отключено. Ambient mode. Capital O. Все, выключено. Фоторамка на экране. Ну, тут еще ряд других настроек. Перейти вверх. Это все понятно, настройки сейчас они нас не интересуют. Телефон. Перейти вверх. Google. Ассистент. Главный экран. И смотрим теперь. Экран выключен. Ничего, все нормально. Мегафон. Включаю традиционный экран. Камера. Блокировки. Разблокировать. Устройство разблокировано. Зарядка остановлена. Вынимаю зарядку. Заряд батареи в процентах. Обратно вставляю. Зарядка начата. Заряд батареи в процентах. Выключаю экран. Экран выключен. Все нормально. Камера разблокирована. Все как положено. Разблокировано. Google. Открыть. Удалить приложение. Приложение. Удалить. Открыть. SCR. 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 Записать.